Молодежная набережная – одна из точек притяжения в городе. Не только в выходные, но и в будни здесь многолюдно. Название набережной говорит само за себя, и молодежь Щелково активно проводит здесь свой досуг, для чего созданы все условия. Ребята занимаются спортом и даже устраивают соревнования. Глава округа Андрей Булгаков пообщался с молодежью. В этот день на набережной состоялся турнир по шашкам. Среди участников ребята, которые добились определенных успехов в этом интеллектуальном виде спорта. Щелковец Иван Илясов, например, в свои 16 лет уже мастер спорта России, чемпион мира по шашкам. В копилке достижений парня 57 медалей. Свое мастерство он демонстрирует не только на соревнованиях всероссийского и международного уровня, но и на местных турнирах, подавая пример ребятам помладше, которые тоже стремятся к успеху. Спорт – это не только стремление к пьедесталу, но и возможность укрепить здоровье, провести время с пользой. На молодежной набережной также пользуется популярностью настольный теннис. Андрей Булгаков присоединился к игре. Руководитель муниципалитета отметил качественный подход к содержанию набережной. Это одна из излюбленных прогулочных зон щелковцев. Есть, впрочем, среди граждан и те, кто заезжает сюда на машинах. Об этой проблеме жители рассказали главе во время его обхода. Решением Андрея Булгакова стал шлагбаум. Совсем скоро планируется его установка. Поручил глава и проработать варианты пешего маршрута от микрорайона Щелково-7 до молодежной набережной, чтобы добираться до точки притяжения стало комфортнее. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.